актерскую, как актеру двигаться на сцене и вести себя. И вот если мы посмотрим, мы увидим, что все движения, они как-то очень, ну, во-первых, вычищены, а во-вторых, как будто это не пластика человека, вот такая какая-то мягкая и живая. Это как будто вот есть какие-то пружины, есть какие-то рессоры, как-то все это соединено и работает.